Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас май месяц, Киев, поминальные дни сейчас. И как раз год назад, в мае, ушли мои родители, с которыми у меня были очень сложные отношения. Пишу опять видео «Самоанализ для ТА-сообщества». Возможно, кому-то будет полезно. Вот эти вот мои... То, что я замечаю за собой, что, почему, как и как с этим работать. Я поняла одну очень важную вещь, что человек, прошедший психологическое насилие и разные перипетии в этом плане с родителями, он помнит, может помнить все самое плохое и забывать хорошее из-за того, что его гложет вина за то, что он, например, ослушался родителя, ушел из семьи, как у меня, например. Вот он ушел из семьи, но культуральный и критикующий вместе с ним родители так давят, что нужно как-то себя оправдывать. Почему я это сделал? И вспоминаются постоянно идут вот эти флешбеки негативные. Постоянно. Чтобы можно было выйти на какие-то, даже не флешбеки, а ощущение какой-то лучезарности детства, какого-то, хорошего чего-то, что что-то хорошее было и что-то есть хорошее. То, что я взял от родителей в любом случае, нужно работать с вот этой вот виной. Главное понять, то есть выйти во взрослого и понять, что вот эта вина, она нам не дает брать то хорошее, что было вообще. Она просто вот бьет по рукам. Вот бьет по рукам, как будто если ты возьмешь, то ты будешь вообще виноватым. Мало того, что ты вот ослушался, так ты еще и хорошее берешь. Или по-другому, вот смотрите, как вот они же были хорошие, а ты ослушался. Вот, и тут надо четко выходить во взрослого и понимать, что да, я имел право тогда ослушаться, чтобы спасти себя и свой род, да? Наряду с этим были такие-то и такие-то хорошие вещи. Например, та сила и огромная харизма, которую мне передала по наследству моя мать. Например, какие-то еще другие вещи. Какие-то цепляться просто за какие-то ощущения. Вот я вчера была в центре города. Я там жила в детстве, и ко мне стали просто приходить какие-то не флешбеки, не воспоминания, а просто ощущения. То есть из очень раннего, наверное. Вот просто ощущения хорошие. Я как-то подцепила вот это, да, вот это вот свободного ребенка, маленького еще совсем. И я его подцепила и поняла, вот с этого все началось, да, что я поняла, что было-то хорошее. Почему я не беру его? Почему я отказываюсь от него? Допустим, плохого было больше, однако же хорошее было что-то. Даже пусть это в ощущениях, да? Но признать это, что оно было, это уже очень-очень большая энергия. И я думаю над этим уже второй день хожу. Ходила сегодня, панихиду занесла и сказала про себя: мама, я беру от тебя то хорошее, что ты мне дала. Я имею право взять то хорошее, что ты мне давала в жизни. Несмотря на мое непослушание там и так далее, на мою личную политику, которую... на мои действия, которые были вопреки воле материнской, воле родителей. Вот. И тут интересно, что сначала мы работаем с ребенком, да, потом выходим во взрослого, мы это все осознаем,
А чтобы закрепить это, вот я для себя, вот мне представилась вот картина такая, вот в ребенке, чтобы закрепить это, что есть, вот когда, кто помнит Советский Союз, в овощном магазине вот это вот все овощи взвешивались, и там были хорошие овощи в перемешку с гнилушками. И представить себе, что вот это все гнилье вместе с хорошим, вот он его вывалили, и мы это все сортируем, и мы можем найти там какие-то очень важные корневища, да, потому что вот пошла еще такая ассоциация. Моя, например, тетя, она очень вкусно готовила. Я думаю, боже мой, из чего? Из чего она готовила? В Советском Союзе, с чего можно было, ну, она умудрялась это делать. Несмотря на вот этот дефицит, вот это вот все, это гнилые овощи и так далее. Вот это вот, и еще ассоциации подкрепить это, да? Подкрепить вот это вот взрослое решение, брать это хорошее. Вот это, вот эти аллегорически так, подкрепить. Я не знаю, может, кому-то будет интересно вот это. На самом деле я получила большое очень облегчение. Я испытала большое облегчение. А надеюсь его закрепить. Надеюсь закрепить его. Думаю, что подобным образом можно работать с клиентом уже проработанным. То есть, который уже может выходить во взрослого, который уже готов к такой работе. Не сразу, конечно, не сразу. Вот. Вот такие вот мои мысли. С вами была Мария Липинская. Обнимаю вас в наших новых видео встречах.